Порядка 4000 медработников в Акмолинской области получили премии за активную работу в борьбе с пандемией коронавируса. Это сотрудники инфекционных стационаров, члены мобильных групп, врачи скорой помощи. Сумма вознаграждения в общей сложности составила 4 миллиарда тенге. Сотрудница Кокшетауской горбольницы Салтанат Кусманова – одна из тех, кто первым принял на себя удар опасного вируса. В пик эпидемии медучреждения отдали под инфекционный стационар. Постоянный контакт с тяжелыми больными был неизбежен. Старшая медсестра вспоминает, в июле сама оказалась на больничной койке. Получив курс лечения, незамедлительно приступила к работе. За отвагу и труд в сложный для страны период удостоилась государственных выплат. Переквалифицировали эту больницу. Вначале провизорный, потом инфекционный стационар. Вначале пациентов было немного меньше, но в июле, в августе месяце было больных очень много, особенно тяжелые. Мы все переживали за это, но боялись не только за себя, боялись за своих родственников, за своих коллег. Заразившиеся медработники получили от государства по 2 миллиона тенге. Врачам, трудившимся на первых позициях, заплатили по 850 тысяч, остальным по 425 тысяч тенге. Сумма выплат для младшего медперсонала составила 200 тысяч. Помимо этого, за счет резерва местного бюджета были выделены 85 миллионов тенге работникам скорой медицинской помощи и двум инфекционным стационарам. Это областной тизиопульмонологический центр и Аршалынская районная больница. Вместе с тем молодым специалистам, направленным с дипломом в село, в 2020 году выделили по 1 миллиону тенге. В будущем планируют поощрять и новоиспеченных сотрудников городских учреждений. Айсулу Махмутова, Дамир Берыкулы, Анатолий Полянный, Евгений Шинкаренко, Акмолинская область, Хабар 24.